прямо с утра, в мои мысли, без стука, гость постоянных моих сновидений. Я лишь прошу, подай на пути мне руку и постарайся избавить от страхов и от сомнений. Это так странно, не подавая даже виду, гордо пытаясь держать свои острые плечи. И затаилась теперь на сердце обида за то, что предательски жаждет с тобой встречи.